Ну а на турецких курортах уже вовсю ждут наших туристов. В Анталии отмечают потепление отношений между Россией и Турцией. В небо взлетают воздушные шары и белые голуби. Мы хотим сейчас опустить эти белые голуби в небо. Это будет символ дружбы, любви и прекрасных взаимоотношений между нашими странами. Конечно, теракты, вот то, что произошло вчера в Стамбуле, это ужасно. И очень жалко людей, которые погибли. Но в Турции, я вас уверяю, что для нас нет никаких там причин отказываться от этой страны, от этого моря. Особенно потеплению отношений между странами обрадовались наши земляки, живущие в Турции. Праздничный ужин и концерт организовало Русское общество искусства и культуры. Все участники вечера подчеркивали, насколько важно для них российско-турецкое сотрудничество во всех областях. В основном в Анталии пострадала именно экономическая составляющая, потому что большинство населения занято в туризме. Что отношение турецкого населения к нам было всегда положительным, в том числе в течение всего кризиса, и власти города, и обычные граждане выражали нам всегда поддержку и свое дружелюбное отношение.